В это воскресенье Тверь отметит свой день рождения – 885 лет с года первого упоминания в летописи. Впервые участие в празднике можно принять из любой точки Земли. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате. Что именно подготовили для горожан в этом году, расскажем далее. Танцы, спорт, концерты – все это, кажется, может существовать только в офлайн-пространстве. Но в этом году впервые в истории празднования Дня города Твери эти мероприятия перенесли в интернет. Это можно считать не только предосторожностью, но и веянием времени. Последние годы, независимо от внешних причин, все больше мероприятий проходит в сети. Вся программа праздника размещена на сайте Дня города. Найти его можно по QR-коду на ваших экранах. У такого формата есть свои плюсы. Принять участие можно из любой точки Земли. В отпуске, на даче или если вы сменили место жительства на другой город. Каждый сможет поздравить Тверь с днем рождения и принять участие в мероприятиях. Например, пробеги онлайн, которые проведут впервые. Потребуется преодолеть символичную дистанцию 8850 метров, прислать скриншот трекера. И уже вечером, 19 июля, мы подведем итоги. Победители и призеры все получат заслуженные награды. Проводится и традиционный кубок Дня города по современным танцам. Тверетяне записывают на видео свои выступления, а компетентное жюри выбирает лучших исполнителей. Есть 5-летняя девочка, можете ее взять в кадр, это будет прикольно. Есть взрослые ребята, которые танцуют уже там по 10-15 лет. Да, конечно, вот это и вот это опасно. Но, тем не менее, круто, что разные абсолютно возраста, уровни подготовки участвуют в этом. Непосредственно в воскресенье, в сам день города, пройдут онлайн-трансляции, фильмы о городе и горожанах, поздравления от известных людей, концерты, виртуальные экскурсии. Запланированы и мероприятия на свежем воздухе. В 13 часов в городском саду тверетян ждет большая игротека, а в 18 часов стартует выступление кавер-группы «Crusty Brass». При этом горожан просят соблюдать дистанцию с другими гостями праздника. Завершением Дня города по традиции станет фейерверк в 22 часа.